Слово мужика даешь? Мамой клянешься? А усами клянешься своими вот этими? Ну смотри мне, точно хата хорошая. Вот прям реально, вот ну, для жизни сойдет прям до конца жизни. Вот чтобы все там было как надо. Все нормально тут, отличная квартира. Это лучший ваш выбор. Ну, я надеюсь, по крайней мере, да. 50 квадратных метров. Второй этаж. Новостройка. Лучший вид на город. Ну, как тебе сказать? Вид на пивнушку там снизу и на школу. Такой себе, конечно, видок, но да ладно. А сколько стоит, я забыл спросить? 250 тысяч. 250 тысяч? Да на 250 тысяч, на 250 тысяч я квартиру купить могу. А, ну да, как бы я квартиру и покупаю на 250 тысяч. Ладно, черт с ним, там шутки шутят, вот это все, держите. В этом кейсе ровно 250 тысяч. Это, наверное, самый какой-то безумный мой поступок за весь сезон грабителя, но я должен был это сделать. Да, многие давно это писали, да, многие меня поддержат, да, многие скажут, то, что я дурак, но все же квартиру надо. Ага, да, все верно. Ты ключи на бочку гони, усатый хрыч. Алло, давай, ты что зажал? Держите ключи и документы. Так, у нас права на квартиру и ключи от квартиры. Ну, спасибо вам огромное. Надеюсь, то, что квартира будет хорошей. Поздравляю вас с покупкой. Живите долго и счастливо. А, да, спасибо, да, спасибо. Постараемся жить долго, счастливо, там не тужить, жить. Да. А, еще один нюанс. Какой? Сверху вас живет семья с 5 детьми. Поэтому не шумите вечерами. Удачи вам. А раньше сказать, вот и в реальной жизни так. Вы-то думаете, почему я квартиру вот это сменил? Потому что я заселился на предыдущую квартиру, и потом увидел, как 4 вот этих ребенка там на скакалке прыгают, там шары для боулинга катают, там на еще на машинах катаются, там в бильярд играют, там на санках у себя дома, я там, не знаю, с батута прыгают, в бассейн прыгают, там ванну переворачивают. Короче, да, много нюансов, поэтому мы с Катей съехали на новую вот эту квартиру. И вот как раз-таки риэлторы вот это все говорят только тогда, когда ты уже подписал договор. Ладно, надеюсь, то, что 250 тысяч я не на ветер выкинул. Ну, хотя бы звонок работает. Ну, с Богом. Минуточка внимания! Я поднимаю этот бокал обычной простой воды из-под крана. Ну, как бы я же не пью, поэтому и вам не советую. За здоровье наших двух молодоженов. В этот знаменательный день, сейчас дайте я подойду ближе, чтобы меня было лучше видно. Никто же не против, что я на стол залезу. Просто ушатало меня с воды под краном. Эльвирочка, звездочка ты наша. Джорджик, американец. Ашот, Рафик, братья, вот это, перешли сюда. Дед Максим и баба Люба. В этот прекрасный день, суббота или что, я не помню, хочу пожелать вам удачи. Побольше детей, побольше, хотя каких детей вам уже поздно, побольше счастья в жизни, чтобы вы жили, не тужили, не срались каждый день. Баба Люба борщи варганит, дед Максим что-то делает, главное не просиживает свои труселя на диване, не смотрит футбол целыми днями, вот. Чтобы была хорошая, крепкая семья. И самое главное, не забывайте про своих детей. А дети, не забывайте про своих родителей. Ну, я имею в виду про Джорджика и меня. Хоть как бы я ваш, не ваш деть, не ваше дитё, вот. Но в любом случае приемный. Хоть и не по документам. Хорошие, мужицкие слова. Прям мужичок. Настоящий мужчина, мужик. Да, да. А сейчас... Официант! Официант! Подойдите. Давайте. Вы же помните, о чем мы договаривались? Идите и готовьте через пару минут, чтобы вы были здесь. Давай. Ваш кофе, сэр. О, спасибо. А, ну да, так у меня же еще после бокала воды еще кофе. Давайте, идите, готовьтесь, давайте. Вот. А пока официант готовит подарок для наших молодоженов, я даю слово Ашотику. Ашотик, братик, тост!
Высоко-высоко в горах жил-был древний козёл. И однажды древний мудрец зарезал древнего козла и притащил этого козла на свадьбу. Брат, это тебе. Неплохо. Только проблема в том, Ашотик, это не козёл, это кабан. Брат, без разницы, суть ты понял. Ну, в принципе, да, суть одна и та же. Ладно, хороший подарок, хороший тост тоже хороший, высоко-высоко в горах, все хорошо. Официант! Официант! Время пришло! Да подходите. Сейчас, вот это, и тост я уже сказал, но подарок мне надо им отдать. Ага, давай. Ага. Давай. Так вот, хоть это свадьба и должна была состояться примерно месяца два назад, и мы что-то затянули кота за вот это, за его причиндалы, но все же, как говорится, рано или поздно, лучше поздно, чем никогда, чем рано, лучше, чем поздно, но тогда, когда это нужно. Это для вас. Свадебный торт для деда Максима и бабки Любки. А сейчас разрешите попросить вас, горько, молодожены. Горько! Давайте все дружно, давайте, горько! Давайте, не стесняйтесь, все свои, все вот эти, все родственники! Давайте! Сейчас, пускай не нацелуются, сейчас мы вот это продолжим. Слушайте, хорошая фильтрованная вода из-под крана, неплохо. Ну все, вы там хватит, как бы дети смотрят, там Джорджик, сколько ему там лет. Да, алло, вас там еще первая брачная ночь впереди, хватит! Свадьбу надо продолжать, да... Ладно, мы подождем, хорошо. Не, ну это уже выходит за рамки приличия, ну дед Максим, сколько можно, а? Ну потом, все впереди. Так, официант! Я забыл ему просто сказать. Официант, вы-то можете к нам присоединиться. Че вы как не родной бегаете туда-сюда? Давайте садитесь, тут еще есть свободные стулья. Можете вообще возле Эльвирочки присесть. Мадам свободная, кстати, если что. Давай, ага. А сейчас, по традиции, венчание и подарки для молодоженов. Поэтому прошу всех пройти вот сюда, к этому, к венчальному подиуму и к дорожке. Все сюда. Баблюб, дед Максим, а вы прям в самый центр, как виновники этого торжества. Давайте. Милок, а можно я букет выкину по традиции? Ну да, давайте посмотрим сейчас букет же, вот эта невеста выкидывает, чтобы посмотреть, кто следующий потом женится. Так, давайте все сюда, кто не женат, все сюда, у кого жены нет, все сюда, а что, у тебя есть жена, если что. Джорджик, сюда, давай. Бабуль, с разворота выкидывай, обернись спиной к нам и выкидывай, давай. Ага, насчет... Мое! Не, слушайте, это как бы хорошо то, что я букет совил, только на ком мне жениться-то? Ну нет, рано, дайте мне время, на Рафике. А что, может тогда ты на Рафике женишься, а? Ну а сейчас молодоженов надо обеспечить на долгую-долгую супружескую жизнь. Поэтому каждый из вас до свадьбы подготовил по одному подарку. Давай, Рафик, ты первый, если ты уже достал подарок, давай. Ага, это для вас подарок, потом сами посмотрите, что там внутри, надеюсь, то, что деньги, Рафик. Кто следующий? Ашотик, давай ты. Ну ладно, с этим потом сами разберетесь. Детское шампанское, Шотик? Ага, молодец. Так, давай ты, Эльвирочка, давай. Ага. Новогоднее настроение. Официант, твой черед. А от меня вам скидка 20% на заказ. Это лучший подарок, милок. Дай-ка я чмокну тебя в лобик. Ну слушай, это реально хороший подарок. 20% на весь заказ, это хороший. Так, Джорджик, подойди. Сейчас твой выход, брат. Давай. Помнишь, да, что надо делать? Давай. One moment. Ага, давай. Сейчас мы подождем. Тут Джорджик подготовил там кое-что необычное, что Джорджик там нашаманил в предыдущей серии. Кстати, по поводу предыдущей серии. Сейчас я отойду на секундочку.
Джорджик в предыдущей серии сделал так, то, что Геннадий Петрович со своими мафиозами немножко обдристался, если так сугубо мягко выражаться. Вот здесь. Тыкни, пока тут я свадьбу не срываю, чтобы я не кричал. Вот тыкни на эту подсказочку и посмотри, как Джорджик натворил то, что ты сейчас увидишь в этой серии. Джорджик! Ты готов? Если да, видно, Джорджик готов. Вот ваш подарок. Дева Мария, Святая Богородица! Пришельцы! Дед Максим! Это Жора! Спрячь этот ствол свой! Это Жора! А где Жора? Все! Вот это! Sit down! Да! Ашот, убери этот крест свой. Мама, оно вернулось. Это Жора! Жора, ставь, давай, ставь. Это сейчас я уберу. Вот это, извини, Эльвирочка, ставь. Давай. Вот. Это твой гений юный, баблюк. В предыдущей серии и летающую ванну начудил. Mother, father, it's for you. Flying ванна. Flying ванна переводится как летающая ванна. Это для вас. Если что, если вдруг понадобится, навсегда будет в вашем распоряжении стоять у вас где-то дома. Да. А сейчас... мой черед. Баблюб, я долго думал, что вам подарить в этой жизни. Я специально за этим приходил к Ашотику. Ашотик мне посоветовал, поэтому это для тебя, Баблюб. Сосо пыль. В смысле пылесос. Вот. Пылесос? Милок, серьезно? Ну, как бы да. Ну подожди, ты же отправишься в дом к деду Максиму на ферму. У него там 100% куры, свиньи засрано. Все надо убирать. Пылесмок, пылесос отлично с этим справится. Как бы я наперед думаю, бабуль. Милок, ты меня разочаровал. Не сын ты мне больше. То есть... Куда уходи? Дед Максим, успокойся! То есть, вот так вы, да? Вот так с сыном приемным, да? То есть, Эльвирочка тебе подарила вот это снеговика... Да успокойся! Эльвирочка тебе снеговика подарила, я тебе... Да успокойся! Эльвирочка тебе снеговика подарила, а я типа сосо-пыль подарил, и тебе не нравится? Это надо же! Мой приемный сын на свадьбу пылесос подарил! Ладно, пора доставать козыри из-под рукавов. Тогда приступим к основному подарку. Все за мной. Пошли, пошли. Не отставать! Все за мной! Значит, бабуля готова от меня оказаться... если я ей подарю не то, что она там себе надумала, а то, что я решил подарить сосо-пыль, да? Ну, хорошо. Заходи, бабуль. Давай. Куда? Внутрь. Давайте, все за мной. Ага, новенький дом, новостройка. Тут еще даже никто не успел заселиться. Вы, наверное, первые здесь жильцы, хотя нет, там сверху уже 4 вот этих ребенка живут, поэтому нет, не первые, вторые. В общем... ты что удумал, милок? Да как тебе сказать? Я-то тут решил, как бы, свадьба же, да? А мы с бабулей в последние несколько месяцев очень много прибыльных дел вот это продвинули, да? Вот это. Поэтому я решил вам, как моей приемной маме, приемному, хотя нет, никакой ты мне не батя, вот, как второй маме, я решил... подарить тебе вот эту квартиру. Это для тебя. Ключи от новенькой квартиры. Милок, не стоило. Стоило. Поздравляю вас всех. И тебя, бабуль, и тебя, дед Максим. Это ваша новая квартира. Проходите. Дед, ты с ума сошел от радости, что ли? О боже, у меня есть своя квартира в центре Жапосливки. Ну... Баблюк, ты точно уверена с выбором вот этого мужа? Ты уверен, что не контуженный? Дед Максим, собирай вот эти костыли свои и топай сюда обратно, хватит сокон выпрыгивать. Давай.
От радости чуть жизни не лишился. Так, ну, бабуль, пока дед Максим сюда топает, я что тут подумал, как бы. Если бы ты реально вот сейчас вышел за него замуж, он бы тебя отвез куда-то за город, на свою ферму. Вот это куры, свиньи, ты бы там коров доила каждый день. Мы бы с тобой виделись там раз в два месяца. А тут как бы все под рукой, в центре города, прекрасные виды на школу, на дорогу. Вот это все будет здесь жить, не тужить, мы с тобой будем видеться каждый день. Вот. А, да, я просто тут бабульке историю какую-то рассказываю со своей жизни, не обращай внимания. Ага, поняла, бизнес есть бизнес. Да, бабуль, бизнес есть бизнес, и не надо вот это забывать, чем мы с тобой занимаемся. Я в доле. Это хорошо, то, что из нее не вышло. Проходите! Да, давайте, проходите. Так вот, да, скромно, да, однокомнатная квартира. Центр же посливки, как-никак. Здесь у нас санузел. Просил работников поставить ванну. Джорджик, сгоняй за ванной, притащи его сюда. Сюда, да. Вот, здесь у нас ванна. Здесь у нас балкон. Здесь у нас лампочки даже уже вкручены, все уже работает. Здесь у нас самое главное вот на сегодняшний день, это у нас большая, огромная, двухспальная, королевская, желтая кровать. Она сегодня как бы необходима. Традиции надо соблюдать. Вот. Все давно знают то, что у молодоженов вот это после свадьбы. Тащи, Жорик, тащи. Ванну поставь вот туда. Давай. Ага. Все же знают, чем должны заниматься молодожены вот это после свадьбы. Все же знают, да? Не. Ну, в смысле, вот кровать. Старые традиции, молодожены после свадьбы, вот это, ну, вот, понимаете, да? Ну, вот это вот там, тык-тырык-тырык-тырык-т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 ык, вот, ну, вот это, ракету в космос запускать, выход на орбиту, состыковка космических станций. Ты втираешь нам какую-то дичь. Ну, вот это... Пляски на матрасе, понимаете, вот это, вечерняя вечеринка у молодоженов, понимаете, вот это, понимаете, ядрить, колотить, вы тупые, ей-богу, честное слово, милок, ты пьян, вода обычная, из-под крана, короче, сами потом разберетесь, немалые вот эти все люди, все, с новосельем, со свадьбой, горько, а мы все на выход. Пошли, давайте оставим молодоженов. Все на выход. Все. А тебя, дедок, если можно, на минутку сюда. Бабульча, подожди. Дедок, подойди. Джордж, на выход. Джорджик, давай, все на выход. Давайте. На выход. Fucking go outside, если не понимаешь на русском, дед. Я тебе доверяю мою вторую по счету приемную почти маму. Следи за ней как за собой. Если ты с ней что-то сделаешь или не будешь уважать, любить, я тебе эти усы оторву, а эти очки тебе в задницу засуну. Извините за такую прямоту, но так оно есть. Я понял, сынок, не подведу. Я люблю эту женщину. Вот и молодец. Все, давай, пердохай внутрь. Все, удачи вам там! Завтра расскажете, как там вот это, запуск ракетной установки произошел, да? Если что, там, ну, вот это, ну, понимаете, да? Угу. Ага, все, да, всем пока. Да, я понял! Фух. А права на квартиру... что ж ты бы... Я тут, как бы, я смотреть не буду. Держи права на квартиру, пока. Забыл просто вот это. Ой, Джорджик. Ну все, сплавили твою матушку. Это семейная замужняя женщина с этого момента. А то что она сама все эти годы? Да сама. Все сама. Тебя вот эта балбеса растит сама. Все сама. Тут хотя бы какая-никакая да поддержка будет, дед Максим. А мы за ними с тобой будем приглядывать. Вот. Thank you so much. My mother is very happy. Джорджик, вот это, оставь вот эти пустяки, нет, твоя мама, как и моя мама, наша общая, мама, хоть ты родной сын, я не родной, но, а ладно, Джорджик, заживем-то как сейчас, спокойной жизнью заживем, будем с тобой, ну, я пока еще не могу тебе посвятить, что мы с тобой будем, потому что это личное слишком. А вы живете здесь? А, да, проходите, мы задерживать не будем, подвинься вот этот Джорджик. Да, как я понимаю, вы здесь не живете. А чё нас на свадьбу не позвали, а? Шкеты!
Да как, да мест не было, там мы табуреток меньше арендовали, и вот как бы на четверых еще не хватило бы. Как... Да в следующий раз, там бабулька разведется через недельку, потом еще одна свадьба, в следующий раз вот там, обещаю, обещаю. Это вы моих пацанов вчера присанули и два косаря отжали? Он. Я, как, ну вот это... Хулиган! Из Америки прилетел, из Америки, вот это, у них в Америке там криминала больше, чем у нас же по Сливке, там, я не знаю, всех, вот двух гопарей сам завалил, я-то тут вообще как бы вот это... Пацаны! Отмудохайте их! Слушай, а может договоримся? Ага.